Развязка, которая связывает улицу Ленинградскую, проспект 60-летия Октября и Восточное шоссе, открылась в 2002 году, как был достроен мост. На этом участке четырехполосное движение, и везде машины натыкаются на ямы. На дороге износились деформационные швы. Они стыкуют пролеты. Как итог, страдают водители и подвески их авто. Развязка, построенная более 20 лет назад, в последнее время подвергалась только текущему ремонту. Выполнялся именно ямочный ремонт. Более комплексный ремонт, капитальный ремонт на развязке не производился. В 2023 году, в 2022 году проводился, и ранние годы проводился ямочный ремонт именно в тех местах, где уже проходило отслоение асфальтобетона от несущих конструкций. Капитально этой развязкой дорожники займутся уже в мае. Ремонтировать будут участок от улицы Ленинградской в сторону Восточного шоссе. Все работы пройдут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В планах заменить 16 деформационных швов и постелить новый асфальт. В ходе прямой линии губернатора края Михаила Владимировича Дегтярева к нему обратились жители города Хабаровска в 2023 году о удручающем состоянии данной развязки. На самом деле здесь состояние ненормативно деформационных швов. Ремонт затронет 1 километр проезжей части. На это по нацпроекту предусмотрено 150 миллионов рублей. Первый этап работ по плану завершится в ноябре. Второй этап – это съезды с данной развязки. Мы планируем сделать в 2025 году. Всего в 2024 году в дорожный нацпроект вошли 82 объекта. Это проезжие части в Хабаровске и Хабаровском районе, в Комсомольске-на-Амуре, а также объекты на автотрассах краевого значения. Общая протяженность больше 90 километров. Также отремонтируют 24 моста. Мария Шулешко, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.